48-летнего Ралифа Сафина, первого вице-президента компании «Лукойл» и отца Алсу, уволили с работы. Желтая пресса уже поспешила поставить крест и на карьере самой певицы. Несмотря на это, представители компании Universal Music Russia, с которой у Алсу подписан контракт, утверждают, успех девушки заключается совсем не в деньгах ее отца. Карьера Алсу будет развиваться не в зависимости от финансовых дел папы, а только от таланта самой певицы. Сейчас выходит ее новый сингл с танцевальной композицией «Run Right Out of Time». Эта песня войдет в следующий альбом Алсу, который ожидается осенью этого года.